В зависимости, какая ситуация, то есть, опять. О, глаза. Опа, я дальше. И винчимся. То есть, понятно, да? Если вы просто так, вот просто так, то ничего не будет. А винчимся, горло можно давать. Таким тычковым ударом. Пожалуйста, прислушайтесь. Сильно много не надо. Вот. Освобождение. Расставьте пальчик. Тут рычаги, допустим, смотрите. Раз, рычаги. То есть, ну, о, а здесь свободно. Так, можно ломать руку еще было. Вариантов очень много. А здесь опять то же самое. А смотрите, видно здесь, а если здесь? Вот здесь, вот опору создаст. Здесь еще в глаза залез, допустим, да? А это горло, да? А здесь вот, смотрите, кивательная, вот она. Кивательная мышца, можно бить. А здесь, к примеру, смотрите, что он делает. А вакуумный удар. Все, вакуумный удар. Очень опасно, да? А здесь. То есть состоять, а здесь то же самое, можно ногой бить. Вот, примерно удары все под 45 градусов идут. А, как пружина. Вот, уже. Тут челюсть человек оставляет. И здесь. Уже так, да? Ну, немножко все равно надо потренироваться. А так вот, под 45 где-то вот бьет удар. О, раз под 45, открытый, да, человек, бам. А если как пружина сжались, разжимаемся. О, а можно щелкнуть. Но! То есть на скорости будет. А здесь фу! По суставу можно выбивать, да? Фу! Так, ногой встречаем, состояние любое встретить ногой. Ничего здесь такого сложного нет. То же самое, состояние, но ногой кинуть, встретить, все. Вот, и подержать, ничего здесь сложного нет. А здесь уже можно было и руку ломать, и не стали ломать. Залипаем. Перебросили, сломали, да, руку? Рычаг, да, был?